по путевке ездили в Париж. Фирма оплатила все расходы, собралась компания без крыш, русса и туриста от природы. То есть на знакомство 5 минут, и посуда пущена по кругу. Наш экскурсоводец тут как тут рекомендовался, гидом буду. Я открою для вас Париж, легкий, красочный, озорной. В нем не движешься, в нем Париж, дышишь юностью и весной. Но первый же киоск за окружной оборвал мне силы притяжения. Гид кричал, что я не выездной, но по чутке принял предложение. Мы его внесли в аэропорт, крепко пристегнули к самолету. Всю дорогу дрыхнул наш милор и уже не вышел на работу. Встретил нас Париж, шалун и плуг, восхитил, допил французской водкой. Очень занимательный маршрут, позже восстановится по фоткам. То, как был в музеях скользкий пол, то, как потерялись мы в буфете, то, как заходили на футбол, а счет потом узнали в интернете. А в Париже была весна, а в Париже цвела сирень, но как будто обрывки сна. Помню я только первый день, а в Париже была весна, а в Париже цвела сирень, но не помню я ничего. Отхожу